Потолки в Уфе. Натяжные потолки, монтаж по РБ. Это по РБ, это опять же, наверное, Уфа, да? Как я понимаю. Не знаю, что такое просто РБ. Запишитесь на бесплатные замеры прямо сейчас, получите скидку 10%. А это что за поле третье? Ладно. Прямо сейчас. Ну, я просто не могу понять, зачем вот этот третий блочок. Так, все работы по договору. 5 лет успешной работы в данной области. Не в данной области, а прям вот с натяжными потолками. Что это? Какая данная область? Мы делаем свою работу качественно и в сроки. Хорошо. Более 100 человек довольны результатом. Не делайте, вот я вас очень прошу, перестаньте делать, господи, как же эти штуки-то называются, уже даже из головы вылетело, потому что я забыл это слово, потому что это олдфагное слово, эти лендинги, с параллакс-эффектом, вот, я уже даже забыл это слово, бросьте это дело, оно никому нахрен не нужно, это вы думаете, что это, о, это божественно, нет, это никому не нужно, то есть вот для меня все, сайт закончился. Защита стен пленкой. Картинка. Минимальное количество пыли. Картинку. Безопасность монтажа. Картинка. А цены где? Почему цен нету? Нету цен, до свидания. Вот прям серьезно. Непонятно где, непонятно что. Ну, что в принципе теоретически понятно, ладно. И цен нету. Человека всегда три вопроса. Вы себя вспомните, когда вы приходите в любой магазин. Три вещи. Цена, качество, срок. Все. Вот что вас больше всего интересует. Здесь, в принципе, сама услуга расписана хорошо. Цены нету. Где, черт его знает, телефон какой-то 917. Да, город Уфа, правильно сказал. Уфа. Значит, республика, правильно он сказал, что не Беларусь. Ну и наш телефон. Расписать надо. Возьмите, ребят, все очень просто. Откуда вы вообще делаете, как вы делаете такие лендинги? Вот мне просто интересно. Натяжные потолки. Ну, давайте просто пофантазируем. Вот я новичок. Я не знаю, где и как сделать мне лендинг. Окей, что я делаю? Натяжные потолки Москва. Ладно, надо в Яндексе бить. Да. Тайский Google, он беспощадный. А Яндекс в Таиланде не хочет грузиться. Натяжные потолки со скидкой. Поехали. Давайте посмотрим. Неужели у всех так плохо? Ну, я предполагаю, что нет, но... Сайты закрываем. То, что не нравится, закрываем. Сайт не нравится, закрываем. Ой, сейчас все повиснет. Надеюсь, сейчас отвиснет. Так, дальше. Вот, натяжные потолки. Ой, я даже знаю этот сайт. Потолки дешево.ру, да? Прекрасно знаю этот сайт. Все, возьмите его. Ну, основные какие-то элементы. И все. Че париться? Ну, я не знаю, что еще сказать. Вот. Натяжные потолки, вот, все же, ну, есть все, возьмите. Почему? Почему вот это вот появляется? Откуда оно? Зачем?